Потренувалася і рушила в дорогу. Спортивний клуб «Дніпро-1» поїхав до Полтави, де зіграє з Ворсклою. Наставник дніпрян зазначив, після останньої поразки від Десни тренерський штаб зробив висновки. Утім, вирішити всі командні проблеми за такий короткий час не вдалося. Проанализировали ошибки после последней игры, поэтому едем с хорошим настроением на выезд играть против противника, который показывает хороший футбол сейчас. Что удалось улучшить, покажет игра. Нам не нравится то, что мы пока позволяем создавать больше противнику, чем сами можем создать. Это основная причина. Ну, исходя уже из этого, получается, нам нужно улучшать нашу игру в атаке. Нас настраивают, мы должны не отходить от своей игры, лупить просто так мяч вперед, выносить. И это не наш путь, нам все равно нужно делать то, что мы делали. Я имею в виду в плане стараться выходить через пас обороны, только делать это максимально надежно. Окрім підготовки до суботнього матчу, дніпровська команда знайшла час для свята для своєї юної вболівальниці Віолетти. Сьогодні їй виповнилось 5 років. Дівчинка не пропустила жодної домашньої гри дніпрян. Тож у свій день народження отримала м'яч з автографами та привітання від цієї команди. Віталь, а такий?